Вот сегодня у нас 25 июля. Рюма выехал, заехал задом и провалился. Такие вот канавы здесь намыло колесами. Вот сейчас пробует трактор вытащить его отсюда. Даже серьезно, трактор даже может сесть. Он тяжелый, он с камнями, с большими полужниками. Почти полный кузов тут. Ну захвати еще одну лопату, штыковую и все. А, тут вон еще. А, тут он грунт, есть он. Камней-то нету, продавливают его. Может, мне лопатой убирать как-то? Сейчас. Мне надо это, сейчас кидали, вот заднее колесо, камней, но сейчас вытяни трактор его. О, машина завелась, слава богу. Давай, давай. Давай еще. Все. Андрей, все. Ну тебе, Рёма, надо как-то переехать, чтобы свалить-то в бок. Куда-нибудь сюда вот свалить. А? Да, сюда куда-нибудь. Ага, давай. Ну все, спасибо, Христос, брат. Нет, не либо здесь. Че? Туда? Все. Попала по прямей немножко. Ну вали, ладно, вали. Главное, что можно валить, я думаю, лишь бы они туда не посыпались. Ладно.
Прямо? Может, надо было тебе немножко попрямее буковать стать. То есть не так сильно стрекла с наклоном. Чуть сюда попрямее, и тут свалить уже. Это бы... А ну, тут можно? Да, да, да. Сюда надо? Ну да, вот в это место, вот в это место. Сюда вот. Я тебе скажу. Все, хватит. Хватит, вали. Вали. Все. Все, слава богу. Машина отлично. Сейчас мой брат Никита придет. Будем тут убирать всю эту грязь. Камнем закладывать все эти промывы. Надо же вот. И вода поднялась за счет дождей. Там прорвало. У старого мостика тоже. Перешейк наш. И здесь тоже. Сейчас ручеек бежит уже. Одно, и машина тяжелая, и зад оказался, камни взад висит. Все. Слава Богу за все. Аллилуйя.